О том, что Турция давно так или иначе поддерживает экстремистов, причем не только в Сирии, говорят многие эксперты, в первую очередь в контексте новостей из Ближнего Востока. Именно в Турцию с территории Сирии боевики ИГИЛ транспортируют дешевую нефть, продавая ее затем на черном рынке. Из-за ударов российских самолетов по колоннам бензовозов боевики теряют теперь ежедневно около 1,5 миллиона долларов. Турцию и раньше упоминали в связи с темой поддержки терроризма, например, в связи с событиями на Северном Кавказе в 90-е. Так, через турецкую границу были налажены каналы снабжения боевиков оружием и деньгами. То, что чеченских боевиков финансировали крупные турецкие компании, работающие в России, заявил недавно проживающий в Стамбуле Султан Кихурсаев, назвавший себя бригадным генералом армии Джохара Дудаева. Пресса много писала о том, что именно в Турции проходили лечение участники незаконных вооруженных формирований, раненые в ходе антитеррористической операции в Чеченской Республике. Одним из подтверждений этому стала найденная летом 2003 года видеокассета с обращением находящихся в Стамбуле боевиков к своему лидеру Аслану Масхадову. Они жаловались ему на нехватку денег на лечение. Ну и члены семей многих одиозных полевых командиров в свое время нашли приют именно в Турции, проживая в фешенебельных районах того же Стамбула, говорят эксперты.